Всем привет, ребята! Меня зовут Таня и добро пожаловать на Ти-Джим. Как вы поняли, сегодня мы находимся в тренажерном зале, и я вот пролистала свою ленту в YouTube, и я так давно снимала тренировки в тренажерке, так что пора бы что-то новенькое вам показать. И сегодня я конкретно вам покажу свою программу тренировок, как я сейчас тренируюсь в тренажерке. Начну с того, что у меня нет 3 тренировок в неделю, в понедельник, среду и пятницу. У меня есть просто 4 тренировки, и я их просто между собой повторяю все время. Сейчас я тренируюсь по принципу сплит тренировок. Я разделяю свои мышечные группы. У меня есть 2 тренировки на низ своего тела, на ноги и на ягодицы. И 2 тренировки у меня идет на верх корпуса, на пресс, на спину и на руки. Так что давайте приступим, и перед этим я, как обычно, сделаю рекламу самой себя. Если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, то скорее жмите кнопочку подписаться и не забывайте нажимать колокольчик оповещения о новом ролике на Ти-Джим, тогда вы точно не пропустите новую тренировку, видео о питании, о рецептах и, конечно, порцию мотивации. Итак, давайте начнем первый день тренировки. Это будет тренировка на ноги и ягодицы, и начинаю я ее с суставной разминки. 5 минут, разогрев всего тела и суставов. А затем я беру эластичную ленту и выполняю различные упражнения для того, чтобы предварительно утомить свои ягодицы. Вот если вы делаете какое-то базовое упражнение и больше всего чувствуете квадрицепсы или только на 4-й подход начинаете чувствовать, что у вас есть ягодицы, попробуйте вот такую фишку «предварительное утомление». Мне очень нравится. Я обычно делаю какие-то шаги в стороны, воздушные приседания, махи ногой в сторону, 30 секунд, 3 упражнения, а только потом перехожу к базе. Ну а теперь пошла жара. Сейчас я буду делать сет из 2 упражнений. Это будет приседание в смите и мах гантелью. Между ними нет отдыха вообще. И, кстати, совсем недавно на базовые упражнения, на тяги, на приседания, где работает мой корпус, мышцы моего пресса в любом случае задействуются, и идет нагрузка на спину, я надеваю специальный корсет или же пояс, который помогает мне держать мой позвоночник. Если вы помните, у меня есть небольшие проблемы в грудном отделе, так вот, он меня очень спасает. Смите, как вы видите, я тоже делаю не совсем обычные приседания. Мне сначала идет полная амплитуда и затем небольшой рывок, как 1/2 приседания, для того, чтобы максимально прочувствовать ягодицы и сделать на них акцент. Также обратите внимание, что я немножко приподнимаю носки ступней вверх, тем самым делая акцент на толчке пяткой ноги, а не носком. Сделав 12 повторений, я сразу же перехожу к маятнику с гантелью. Гантель у меня 8 килограмм, и с этой гантелькой я делаю 15 повторений. Обратите внимание, что это не приседание, то есть наша цель как будто бы разбить стеклянную стену перед вами вашим тазом. Также руки у вас здесь не напрягаются, вы работаете именно за счет взрывной силы вашего таза толчком вперед. Максимально сжимайте ягодицы, делайте мощь выдох при выталкивании таза. Дальше у меня еще один сет из 2 упражнений. Первое упражнение будет болгарские выпады, мои ненавистные. Я также на него надеваю свой пояс. Гантели у меня по 6 килограмм. Опускаемся максимально низко. Впереди стоящее колено не выходит за носок. Также идет толчок за счет пятки. Делаем 10 повторений. Откладываем гантели и сразу же делаем подъемы на скамью. Опять же, как вы можете догадаться, делаю упор на пяточку для того, чтобы максимально включить ягодицы, при этом старайтесь практически в полный рост вставать. Получается, между болгарским выпадом и подъемом на скамью у нас нет отдыха вообще, а между сетами отдых 1 минута. Всего 4 сета. Не забудьте, что у нас 2 ноги.
Поехали дальше. И следующее упражнение после отдыха примерно в 3-4 минуты. Упражнение, которое просто кардинально изменило мои ягодицы, и наконец-то я начала замечать их рост. Это, конечно же, ягодичный мостик, и причем мне очень нравится делать его именно со свободной штангой, не в тренажере Смита, хотя это считается удобнее и вес можно взять побольше. Со свободным весом я больше ощущаю работу, концентрацию на движении, и сейчас у меня будет два подхода с моим максимальным на сегодняшний день весом. Здесь, конечно же, самое главное — это сжимать ягодицы верхней точки, не слишком спешить, чувствовать работу, делать упор опять же на пятку. После того, как я сделала два подхода по 10 повторений, я убираю вес наполовину, то есть у меня было по 20 по бокам, сейчас у меня по 10, и надеваю дополнительно еще эластичную ленту, чтобы, конечно же, еще больше почувствовать ягодицы. И теперь наша цель — добить максимальные ягодицы. Я делаю 10 повторений, после чего просто перевожу дыхание на 3-4 секунды, затем опять поднимаю таз, еще 5 повторений добиваю, опустилась, отдохнула 3 секунды и еще разочек 5 повторений. Если вы попробуете эту схему и действительно не будете себя жалеть, возьмете вес, который дастся вам тяжело, вы просто по-новому почувствуете ягодицы и вообще наконец-то почувствуйте их, что они у вас есть. После небольшого отдыха в 3 минуты я перехожу к последнему упражнению на сегодня. Это будет сгибание ног сидя или же лежа, в зависимости от тренажера, какой у вас есть в зале. И здесь также будет небольшая фишечка. Во всех повторах и подходах, у нас их будет всего 4, мы работаем с нашим максимальным весом. И первые 5 повторений мы сначала выполняем с максимальной амплитудой. Натягиваем носки ступни вверх максимально, делаем выдох на сокращение мышц. После 5 повторений мы сразу же делаем 5 повторений с маленькой амплитудой, то есть как бы делим ее напополам. И после 5 повторений короткой амплитуды мы возвращаемся к полной амплитуде, но теперь у нас эти 5 повторений будут очень медленными. Очень-очень медленно ваши ноги и ягодицы после этой тренировки почувствуют себя по-новому. После одного дня отдыха у меня второй день тренировки, где я уже тренирую спину и пресс, то есть наши ноги и ягодицы отдыхают в этот момент. Для начала я делаю небольшую суставную разминку, разогреваю все тело, а затем иду на грибной тренажер, где хорошенько разогреваю уже свою спину и руки, всего лишь 5 минут. Здесь также важна техника, мы делаем выдох на подтягивание рукоятки, и действительно представьте, что вы гребете на лодке. Ну а теперь переходим к нашему первому базовому упражнению на спину. Это будет тяга блина к поясу. Вы, конечно, можете взять штангу, но мне как-то проще это делать с блином. У меня он 20 килограмм, и все 4 подхода я делаю именно с ним. 15 повторений. 15-12, насколько хватит сил. Здесь очень важна концентрация всего вашего движения, никуда не спешите. Особенно с базовыми упражнениями, концентрируйтесь на каждом вашем движении. Здесь очень важно держать спинку ровной, ноги могут быть немножко согнутыми, локти идут вдоль корпуса, и делаем мощный выдох при подтягивании веса. Сделав 4 подхода один за другим с небольшим отдыхом, отдохнув 3 минуты, я перехожу уже к тяге гантели к поясу. У меня гантель 6 килограмм, по-моему. Я делаю сначала 10 повторений классических, то есть тяга именно когда локоть близко находится к корпусу. После 10 повторений я меняю положение своего локтя. Видите, он у меня уходит немножко в сторону от корпуса, для того чтобы в этом движении уже больше задействовать заднюю дельту. Немного отдохнув, меняем положение на другую руку. Я все еще работаю 6 килограммами, и получается у нас 4 подхода по 20 повторений, 10 повторений, когда локоть близко к корпусу, и 10, когда он уже в сторону от корпуса. Висели, висели. Вот это мне нравится.
От следующего упражнения вы будете просто в восторге. Мне очень нравится, как я здесь ощущаю спину. И для этого нам потребуется кроссовер, верхний блок, средний ваш вес на 15 повторений. И сначала мы делаем прямую тягу рукоятки к ногам, а затем будто бы гребем этой рукояткой, немного наклоняя одну руку в сторону вашего корпуса, затем опять прямо идет рукоятка и затем в другую сторону. В этом упражнении очень хорошо ощущается спина, если, конечно же, вы выполняете все правильно, концентрируйтесь на движении, обратите внимание, что у меня ноги немножко полусогнуты, и я на хорошем таком расстоянии нахожусь от самого тренажера, чтобы было действительно натяжение веса. Наклоняйте корпус и прямыми руками тяните рукоять в сторону, то есть не сгибайте их. Ну а теперь очень крутая комбинация упражнений для укрепления рук. Многие ее видели в моем инстаграм. Мы с вами ставим таймер на 30 плюс 30 секунд работы. Между ними 3 секунды отдыха, то есть перехода между упражнениями, всего 4 цикла. 30 секунд мы с вами делаем махи с гантелями. Возьмите небольшой вес, у меня гантели по 3 килограмма, после чего мы сразу же с таймером переходим в планку, стоя на локтях. И стоим в планке 30 секунд. Помимо того, что здесь работает у нас пресс, у нас очень хорошо напрягаются руки, прям очень хорошо. И сразу же потом повторяем с вами махи руками. То есть вы можете представить, как вы устанете, как устанут ваши руки, и это просто очень круто. И в завершении своей тренировки я делаю всего лишь 2 упражнения на пресс. Как вы видите, в программе у меня всего лишь в один день упражнения на пресс присутствуют. И больше всего я люблю именно скручивание на фитболе. Я здесь очень хорошо дужение прям прорабатываю свои мышцы. Делаю обычно около 20 скручиваний. Руки у меня за головой, локти в стороны, не тянем голову. И всего 4 подхода, после чего я перехожу на подъем ног, лежа на скамье, хватаюсь за край скамьи и поднимаю ножки максимально высоко, прям с ягодицами. А здесь уже чуть поменьше повторений, конечно, около 15, потому что упражнение не из легких, но очень крутое. После дня отдыха, когда наши ноги и ягодицы успели отдохнуть и, что самое главное, восстановиться, я опять возвращаюсь к их тренировке. Как обычно, я делаю суставную разминку около 5 минут для разогрева всего тела и сустава. И, как вы могли также догадаться, я начинаю любую свою тренировку на низ предварительного утомления с помощью ленты. Тоже 3 подхода по 30 секунд. Ну а теперь погнали! Еще один сет из 2 упражнений. Жим платформы ногами и пульсация с гантелью. Я хватаю гантель в 6 килограмм, беру ее рядышком, ставлю с собой и сажусь в жим платформы. Как вы видите, я надела здесь также ленту. Платформу я давлю пяточкой, чтобы что? Включить ягодицы, вы уже в курсе. Ну и после работы в жиме я сразу же беру гантель, сажусь в приседание, так же само с лентой, и делаю такую небольшую пульсацию, до конца не встаю, носки смотрят в стороны, спинка прямая, таз не клюет, и садимся максимально низко, но в полный рост не встаем. То есть еще раз, в сете 2 упражнения, между ними нет отдыха, а между сетами вы можете отдохнуть 1-2 минуты. Закончили сет, отдыхаем 3 минуты и готовимся тем временем к следующему упражнению. И на каждом дне моих ног и ягодиц у меня присутствует ягодичный мостик. Возможно, в разных вариациях, с разным весом, с разными какими-то фишками, где-то я надеваю ленту, где-то нет. Но ягодичный мостик — это то, что я просто настоятельно рекомендую всем попробовать, если вы как раз думайте насчет увеличения ягодиц. Вот как видите, в этот раз, допустим, я последний повтор, допустим, 4-й, я делаю вообще без веса, только с эластичной лентой, потому что я до этого 3 подхода работала с максимальным весом и в завершении решила просто добить ягодицы. И теперь просто еле хожу.
Выпады в шаге с гантелями – одно из моих любимейших упражнений, но теперь я обязательно надеваю свой пояс, чтобы защитить свою спину. И совсем недавно я попробовала немножко по-другому выполнять эти выпады. Если обычно я делала выпад одной ногой вперед, затем другой по очереди, да, то теперь я делаю выпады в шаге, в процессе, да, все время одной ногой. То есть одна нога вперед, левая, допустим, подставили вторую, опять левая вперед, опять левая, и все время одной ногой работаем, доходим до своей финальной точки, к примеру, вы делаете 20 повторений, меняем ноги, естественно, но именно когда вы выполняете выпады в шаге все время одной ногой, концентрируясь опять же на пятке, вы просто по-другому почувствуете это упражнение. И у меня осталось всего лишь парочка упражнений. Сейчас я буду делать круглую гиперэкстензию. Обычно все привыкли делать гиперэкстензию с ровной спиной, да, на поясницу. А если вы округляете спину и делаете больше акцент за счет поднятия корпуса, именно сокращением мышц ягодиц, то вы их очень круто прочувствуете. Я еще дополнительно использую блинчик 10 кг. Все 4 подхода. 10 первых повторений у меня носки ног смотрят ровно, а последних 10 повторений я развожу носки в стороны, для того, чтобы немножко по-другому почувствовать нагрузку. И в завершении тренировки я хорошенько растяну ягодицы и бицепс бедра. Для этого я ставлю одну ногу на скамью, а вторую рабочую ногу я ставлю прямо, не сгибая колено, и при этом носочек натягиваю наверх, чтобы максимально натянулись все мышцы. Теперь мы с ровной спинкой, отводя таз назад, мы просто скользим гантелью по этой ноге. Делаем 12 повторений, затем переходим на другую ногу, всего 4 подхода. Отдохнув денечек, я перехожу к следующей тренировке. Здесь у меня будет работать спина и руки. Я, как обычно, разогреваюсь на грибном тренажере 5 минут. Перед этим я сделала также суставную разминку. В общем, на разминку я не трачу больше 10 минут. И, как вы видите, у меня нет кардио. Вообще. Дальше, как вы поняли, я обычно начинаю свою тренировку с базовых упражнений, потому что именно на базовых упражнениях мы тратим больше всего сил, больше всего мышц включается в их работу, поэтому я начинаю именно с подтягиваний. Я обычно работаю на 4 подхода, примерно по 12-10 повторений. Ну а теперь начинается веселье. Я вообще обожаю тренировку верха, особенно тренировку плеч. Я приготовила себе здесь ряд из гантелей по 6, 5 и 4 килограмма. И мы с вами делаем без отдыха махи гантелями. Сначала я беру 6 килограмм, делаю вместе с ними 5 повторений. Здесь очень важна концентрация и правильная техника. Если вы не можете сделать с правильной техникой 5 повторений, значит, уменьшаете вес. После чего я сразу же беру моментально другие гантели, 5 килограмм, тоже 5 повторений. Как вы видите, я немножко сгибаю руки в локтях, и слишком высоко я не поднимаю руки. У нас работа идет именно на дельты, в большей степени именно центральная часть дельт. И добиваю ручки уже 4 килограммами, тоже 5 повторений. То есть у нас идет без отдыха работа 5, 5 плюс 5 с разным весом. И повторяю это упражнение всего 4 подхода. Следующий очень интересный комплекс для ваших рук. Поставьте таймер на 90 секунд и возьмите гантели среднего для вас веса. У меня по 3 килограмма. Как вы видите, у нас здесь с вами два движения. Сначала идет тяга гантелей к подбородку, а затем сгибание рук на бицепс. Как вы видите, сначала я делаю по одному повторению, затем количество увеличивается. То есть 2 плюс 2, 3 плюс 3, 4 плюс 4 и так далее, всего 90 секунд на выполнение. Вы просто будете в шоке, как устанут ваши руки. Это прям серьезно, очень сильно. 4 подхода таких комбинаций. Я еще тот мазохист и очень советую вам попробовать эту комбинацию, ваши руки будут в шоке. Итак, мы с вами включаем таймер на 10 минут,
Сначала мы выполняем подтягивание к перекладине, 10 повторов, всего лишь 10 повторений. Локти в стороны, максимально поднимаем корпус кверху, можете согнуть колени, кому тяжело. После чего мы сразу переходим в планку, стоя на прямых руках, и делаем касание рукой к вашему плечу. Все оставшееся время. Вот сколько у вас получилось, сколько у вас осталось времени, столько мы стоим в планке и делаем это касание. 5 минут осталось, 8 минут осталось. Вот все это оставшееся время вы стоите в планке и просто потихонечку меня проклинаете. И если у вас остались силы, у меня они остались, я до конца добью свои руки. Я же говорила, что я люблю тренировку верха. Я делаю очень крутую комбинацию. Сначала я делаю мах одной рукой. В это время у меня вторая находится в статике наверху. 5 повторений. Затем вторая рука, 5 повторений со средним весом по 3 килограмма. Вторая рука в статике. Затем опускаем руки вместе и пошли десяточку, добиваем ваши плечи. 10 раз на завершение, таких 3 подхода, и я не знаю, мне кажется, вы не сможете ничего поднять тяжелее чайной ложки в ближайший день, так это точно. Это был зловещий смех, если что. Ну что ж, я очень надеюсь, что моя программа тренировок была для вас полезной. Возможно, вы ее конкретно попробуете, а возможно, возьмете некоторые нюансы из упражнений, какие-то новые фишечки. Я очень надеюсь, что они вам точно понравятся. Еще хочу уточнить такой момент. Конкретно эта программа тренировок не совсем подходит для новичков, потому что для новичков и вообще для женского организма желательно бы начинать с кругового принципа тренировок, когда вы за одно занятие тренируете все тело. Как это делать? У меня уже полно видео на канале, так что я прикреплю вам ссылки в описании на тренировки, которые уже существуют по круговому принципу, и вообще все, что вам может быть полезно для тренировок в тренажерном зале. Ну а мы с вами встретимся уже совсем скоро. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить жирный лайк. Вы знаете, пусть уж лайк будет жирным. Всем удачи, пока-пока!